Мёчинджель из 12 годов – это год обезьяны. В принципе, для Мёчинджельта людей он по своему прогнозу аналогичный с Луджиль, с годом дракона. Вот точно так же, как Луджиль в хорошем соотношении совместимости с Хулгунджиль, точно так же Мёчинджель считается благоприятный друг для года мышки. И когда, например, для года мышки год является тяжелым, для Луджильта людей и Мёчинджельта людей он может проходить в том, что сказывается в том отношении, что, возможно, они будут часто переживать не сколько из-за своих проблем, а сколько из-за своих проблем, проблем близких своих, друзей, товарищей, родственников. Ну, Мёчинджельта людям я бы еще что посоветовал в следующем году. Я думаю, что, возможно, он будет везение, неблагоприятный год. То, что вы будете планировать в следующем году, возможно, будет даваться вам нелегко. Но по своей природе часто пишут у Мёчинджель, да, характеристики. Например, есть такие года, которые считаются интеллектуальными годами. Например, это вот Гахаджельта люди, Нохаджельта люди, Хулгунджельта люди. Также вот Мёчинджель, это такие, они, в общем, подходят для них тяжелые науки в образовании. Например, у них хорошая память. В течение жизни они могут, например, даже будучи уже в возрасте, они могут новые науки постигать. Там, ну, много очень пишут, что касается плюсов интеллектуальных возможностей Мёчинджельта людей. Ну, конечно же, минус, да, который, например, часто лишает Мёчинджельта людей реализации их потенциала в течение жизни, это несерьезность, это нецелеустремленность. Это. Например, вот Мёчинджель человек часто может менять род деятельности. Например, он когда-то, если бы он творческий человек, например, он начинает играть на гитаре, потом год-два поучится, он вроде как бы там все у него неплохо получается, ему наскучит, он начинает там играть, например, на гармошке. На гармошке чуть поиграл, там тоже он не закончил до конца, начинает на флейте играть и так далее. То есть очень много начинаний бывает. Но, например, пока он перебрал все инструменты, тот человек, который изначально с ним играл на гитаре, он уже закончил, он очень, ну, то есть хорошо, например, получил определенную корочку, уже там играет в какой-то группе, уже у него есть заработок от этой учебы. И часто бывает, что Мёчинджельта люди, они жизнь проходят так, что начинаний много, но завершений и результатов бывает мало. Поэтому в следующем году я также посоветую Мёчинджельта людям, если вы беретесь за какое-то дело, при трудностях старайтесь это не бросать. Старайтесь в такой год быть целеустремленней и доводить до конечного результата то дело, которое вы будете начинать.